Теремок ТВ. Высоко на облаках есть страна дракошия. Вундер, Тайми, Пауи и не Соля тоже, Рути и Тутуча. И, конечно, Тоша. Дракошия, дракошия, дракошия. Здесь живут веселые друзья. Магия и дружба ю полна. Дракошия — волшебная страна. Дракошия — волшебная страна. День веселья. Здравствуй, Тоша. Кажется, тебе очень весело. Еще бы, дедушка Робос. Ведь сегодня день веселья. Каждый дракоша делает что-нибудь радостное и приятное. Рути, магия растений. Рути выращивает веселые цветочки. Вундер, магия техники. А Вундер создает смешные кривые зеркала. А Мисс Соля создает веселую скульптуру. Больше похоже на грустную скульптуру. И Мисс Соля куда-то подевалась. Надо ее найти. Вот ты где, Мисс Соля. Все ждут тебя на площади. Полетели? Что-то мне не хочется. Это почему? Сегодня мне грустно. Тебе грустно в день веселья? Непорядок. К счастью, Тоша — магистр веселья, специалист по хихиканью и рыцарь широкой улыбки. А если так? Кажется, не помогает. Но в день веселья нельзя грустить. Может, нам помогут друзья? Мисс Соле грустно? Уверен, мои веселые цветочки-плясуны ее развеселят. Мисс Соля, ты посмотри, как весело! Кажется, это тоже не работает. Тогда попробуем другое. Это механическое кривое зеркало. Взгляните в отражение и смейтесь до упаду. Мисс Соля, ты только взгляни. Смотрите, Мисс Соля улыбается. Ну, те иголки, это тоже не помогает. Что это за день веселья без Мисс Соли? Какой же я после этого магистр веселья? Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок. Какой же? Это волшебная подзорная труба. Она позволяет видеть эмоции. Спасибо, дедушка Робос. Ого! Эти солнышки над Вундером показывают его веселье. А эти тучки означают, что Мисс Соле грустно. Ну откуда они появились? Ага, след есть. Сейчас мы все выясним. Ага, грустные тучки ведут сюда. Тошки-матрешки, да это же скульптура Мисс Соли. Кажется, я понял, почему ты грустная, Мисс Соля. Ты расстроилась, потому что статуя не получилась. Ничего не выйдет. Мне нужен ветер. А сегодня совсем безветренно. Все хорошо, Мисс Соля. Кажется, я знаю, как тебе помочь. Тоша, магия пузырей!
это самый веселый день веселья за 1000 лет. Ого! Спасибо, Тоша! Всех с днем веселья! Колыбельная дедушки Рубуса. Кто готов сыграть в классики? Я готов! А что нужно делать, Вундер? Надо прыгать по клеточкам до самого конца. Вот так. Эть. 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 Ой, кажется, я увлеклась. Теперь моя очередь. Дай мне магия суперскорости! Хочу еще! Кажется, пора спать, мои милые дракоши. Но дедушка Рубус, я хочу поиграть! Вы еще поиграете завтра. А для этого надо выспаться и набраться сил. Ага, скоро увидимся! Я совсем не могу заснуть. Кто-то должен мне помочь. Не можешь заснуть? Знаю я одно проверенное средство. Это какое же? Надо считать. Овец! Ой, а откуда их взять? Тутуча, магия оживления! Они будут прыгать в загончик, а тебе нужно их считать. И все? Конечно! Уснешь в 2 счета. Повторяй за мной. 1 овечка, 2 овечка, 3 овечка. Понятно, Тайми? Конечно, Тутуча! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2520 и 1 барашек. Всех посчитал. Надо попробовать что-то другое. Может, нам поможет Вундер? Изобрести что-нибудь для погружения в сон? Вундер! Магия техники! Прошу! А что это такое? Это механическая кроватка. Нажимаешь на кнопку и выбираешь лучший режим для сна. Режим мягкой подушечки. Режим длинных ног. И массажный режим. Как весело! Хочу еще! Будьте шпунтики. Кажется, кроватка не помогает. Может, попробуем положить в нее пушистых овечек? Может, изобретем кровать в виде овечки? Может, мы будем считать вундеров? Нет, это все мне не поможет. Спать совершенно не хочется. Хочется играть. Неужели я теперь никогда не засну? Кажется, у меня есть подходящий подарок. Что же там такое? Это волшебный ксилофон. Тебе хотелось поиграть, Тайми? Так сыграй на этом. Но он такой огромный! Как же на нем играть? А ты попробуй на нем попрыгать. Как в классиках! Это весело! Мы в стране волшебной смеялись и играли, но приходит вечер, все вокруг устали. Весело и шумно было днем, но сейчас немного отдохнем. Глазки закрываю, солнце, облака, нас с тобой уносит сонная река. Игры и веселье продолжатся с утра, а пока нам спать пора.
микрофон. Добро пожаловать на ежегодный дракошный марафон. Участникам надо пролететь вокруг всей дракошии и вернуться сюда. Продумаю маршрут и приду первым. Не спеши, я буду первой. И еще чего? Первым буду я, дракоша скорости. Скорость еще не самое главное. На старт! Внимание! Ого! Смотри, что там! Там же ничего нет! Это нечестно! Дай мне магия суперскорости! Так, если я полечу сюда, ничего не выйдет. А если сюда... Первым буду я, дракоша скорости! Меня не остановить! Это мы еще посмотрим! Тутуча, магия оживления! Не подойдет. Это тоже. Ага, маршрут проложен. Ой! Ой, Вундер, как ты смог меня обогнать? Я продумал самый быстрый маршрут. Кажется, финиш должен быть в той стороне. Это я, дракоша скорости! Я не могу проиграть! Ой, теперь карта показывает в другую сторону. Кажется, я все напутал. Осторожнее, дракоши! Наверное, мне не сюда. Я самый быстрый! Ура! Ай-яй-яй! Похоже, я застрял. Помогите! Спасибо, что помог нам, Тайми. Ты настоящий друг. Поздравляю, дракоши. Тайми, но почему ты отказался от первого места? Зачем победа, если ее не с кем разделить? Друзья мне важнее. Хорошо сказано. Кажется, у меня есть для вас подарок. Что же там такое? Не терпится увидеть. Сегодня все заслужили подарки. Спасибо, дедушка Рубус. А это медаль нашему любимому дедушке. Настоящее сокровище. Пауэй,
давай сыграем в шахматы. Это скучно. Давай лучше поднимать гантели. А это тяжело. Может, шахматы? Нет, гантели. Шахматы, гантели, шахматы. Дедушка Робус! Не спорьте, мои милые дракоши. Кажется, у меня есть подарок, который вас объединит. Что же там такое? Это настоящая карта сокровищ. На ней отмечено место, где закопан клад. Ого! И мы его найдем! Сначала надо ее хорошенько изучить. Да чего там изучать? Давай сразу копать! Давай изучать! Копать! Изучать! Ах так! Посмотрим, кто найдет сокровище первым. Значит, сокровище лежит там, где крестик. Пусть крестик будет тут. Время копать! Пауэ, магия суперсилы! Ой, тут ничего нет. А, и здесь пусто. И тут тоже. Ха! Привет, Вундер. А! Какая же эта карта непонятная. Понятная, если ее изучить. Тут нарисован домик Рути. Та-та-та. Значит, копать надо здесь. Только чем? Вундер! Магия техники! Лопатка точно подойдет. Ого! Я нашел! Сокровище! Вообще-то, это не сокровище, а моя морковка. А это мой огород. Ой, извини, Рути. Еще увидимся. Где найти сокровище? Ох и ах! Может быть, сокровище в облаках. Может быть, оно за углом. А может, мы его не найдем. Может быть, мы его не найдем. Посмотри внимательно вокруг. Целый мир в сокровищах, мой друг. Дружба лишь одна ценнее клада. И других сокровищ нам не надо. Молодцы, дракоши! Вы нашли сокровище. Это потому, что Пауи хорошо копает. Это потому, что Вундер хорошо изучил карту. Нет, это потому, что мы все делали вместе. Дружба – вот настоящее сокровище. Дракоши идут в поход. Тоша, постучи еще! Мне уже не терпится! Кто там? Перестань! Привет, Рути! Мы собираемся лететь в поход!
ты с нами? Конечно, только возьму все необходимое. Подготовка – это очень важно. А почему? Потому что тогда ты готов ко всему. Так, это есть. Значит, нужно взять еще это и это. Я не могу так долго ждать. Подготовка – это скучно. Полетели вперед! Арути нас догонит! Кто последний, тот улитка! Ах так! Тайми, магия суперскорости! Плоды саженцы! Куда все подевались? Ха-ха! Тоша, улитка! Нет, это ты, улитка! Давай играть! У меня с собой ракетка! А у меня дракошный балан! А второй ракетки нет? Как же мы будем играть? Рути бы подготовился! Фу, кому нужна эта подготовка? Сейчас что-нибудь запузырим! Теперь точно отобью! Тоша! Магия пузырей! Не отбил. Эх, так хотелось поиграть. А я что-то проголодался. Посмотрим, чем бы перекусить. Это несъедобное. Это слишком твердое. О, лимон! Это я есть не буду. А больше еды нет. Рути бы захватил. Тоша, играть хочется. А мне кушать. Наверное, пора домой. Выше хвост, дракоши. Рути, ты прилетел? Конечно. И успел подготовиться. Это тебе, Тоша. Спасибо, Рути. Давай играть, Тайми. Ты был прав, Рути. Подготовка – это правда важно. А еще подготовка – это очень вкусно. Ой, а от дождика у меня ничего нет. Как же так? Неужели походу конец? Успокойтесь, мои милые дракоши. Дедушка Рудус! Нельзя подготовиться ко всему на свете. Но это не значит, что нужно расстраиваться. Вот оно как! Кажется, у меня есть для вас подходящий подарок. Что же там такое? Не терпится увидеть! Это волшебный зонтик. А чего он такой маленький? Чем сильнее он намокает, тем больше становится. Спасибо, дедушка Рубус. Все-таки отличный у нас вышел поход. Дракошный Новый год. Откуда столько снега? Сегодня же Новый год, Тоша. Полетели на площадь украшать елку. Ура! Полетели! А где же елка? А мы ее сейчас вырастим.
Это еловое семечко я хранил целый год. Рути, магия растений! Что-то ничего не растет. Какая большая елка, Рути! Теперь ее надо украсить, и тогда в Новый год под ней появятся подарки. Я с этим справлюсь! Тоша, магия пузырей! Тоша, пузырей достаточно! Да ладно тебе! Еще чуть-чуть! Как тебя, Рути? Настоящая гирлянда из пузырей! Ёлка улетает! Тошки-матрёшки! Хватай её! Мисс Оля, помоги нам остановить ёлку! Помочь? Ну как? Ой, идея! Мисс Оля, магия творчества! Моя гирлянда ее остановит! Ой! Нотки иголки! Вы что, играете в салки с елочкой? Да, помоги нам! Запросто! Тутуча, магия оживления! Шапочка, апорт! Ха! Вундер, магия техники! Ой, мои фонарики! А, наш мячик! Собьем его другим мячиком! И чем нам играть? Может, это была не лучшая идея? Надо ее остановить! Сейчас кое-что запузырим! И зачем я сделал так много пузырей? Точно! Надо их лопнуть, и тогда елка опустится сама! Это я и хотел сказать, да! Я с этим справлюсь! Дай мне магия суперскорости! Молодец, Тайми! Жаль, мы не успели украсить елку к Новому году! Теперь подарков точно не будет! Вы уверены? По-моему, у вас получилась очень нарядная елка. И правда, красивая вышла елочка. И самая новогодняя. Погодите, а это кто? Дедушка Рубус! Хо-хо! Кажется, у меня есть для вас новогодние подарки. Что же там такое? Не терпится увидеть. Магия иголок, новогодних елок, магия мороза, а кто-то с красным носом. Эй, дракошный Новый год, ой, летят подарки. Отправимся в полет, с нами будет ярко. Дракошный пикник. Рути, магия растений! Добро пожаловать на ежегодный дракошный пикник! Спасибо за приглашение, Рути. А что такое дракошный пикник? Это важное мероприятие, где все нужно делать по правилам. Для начала нужно правильно сесть за стол. Вот так. Прошу занять ваши места. Тутуча, магия
Должно быть не весело, а по правилам. Пауэ! Магия суперсилы! Теперь, когда мы все сели правильно, настало время угоститься дракошно-черничным лимонадом. Тоже по правилам. Вот так вот, понятно? Еще бы! Чашечка, лей прямо сюда. Куда побежала? А ну стой! Вкуснотища! О! Плоды саженцы! Это случайно. Нам просто было весело. Эх, вот бы мои друзья все делали по правилам. Дедушка Рубус! Кажется, у меня есть для вас подходящий подарок. Какой? Не терпится увидеть. Это волшебные шляпы. Кто их наденет, будет вести себя очень правильно. Я хочу быть правильной. Нет, это я хочу. Кажется, я уже очень правильная. Пауи, тут Уча, это правда вы? Вообще-то, меня зовут Леди Пауи Четвертая. А я Леди Тутучелла Пятая. Рада знакомству. Теперь мы устроим настоящий дракошный пикник. Присаживаемся, Леди Пауи. Может, хотя бы лимонад нас порадует? Фу! Как неприлично так громко хлюпать! А, неудобные стулья! Громкое хлюпанье! Невкусный лимонад! Нам здесь не место, Леди Пауи! Подождите, друзья! Вам же нравился мой пикник! Уже нет! Он совершенно неправильный! Неужели я был таким же? Может, правило это не самое главное? Ха-ха! А это и правда весело! Должно быть не весело! По правилам весело! По правилам! Ой! Мы стали прежними! Ура! Давайте веселиться! А разве дракошный пикник не должен быть по правилам? Я понял, что дракошный пикник может быть веселым! Это что у вас? Веселый дракошный пикник? Ага. Вдохновение. Привет, Пауи. Привет, мисс Оля. Приглашаю тебя на свой день рождения. Спасибо, я обязательно прилечу. Что же ей подарить? А, точно, я нарисую Пауи самую красивую картину на свете. Что случилось, мисс Оля? Я хочу нарисовать картину в подарок для Пауи, но ничего не выходит. Наверное, тебе нужно вдохновение. А что это вдохновение? Вдохновение – это такая волшебная сила, с которой все получается легко и радостно. Но его сначала надо найти. Я не знаю, как
как это делается? Кажется, у меня есть для тебя подарок. Что же это такое? Это волшебный компас. Его стрелка показывает туда, где твое вдохновение. Спасибо, дедушка Робус! Привет, мисс Оля! Рути? Волшебный компас показывает, что мое вдохновение где-то тут. Ты его не видел? Нет, не видел. У меня только свое. А покажи, как оно выглядит. Мое вдохновение – это книжки с красивыми рисунками. Смотрю на них, и сразу хочется создать что-то красивое. Рути! Магия растений! Очень миссольно. Надеюсь, это тебя вдохновит. Сейчас попробую. Ой, кажется, книжки — это не мое вдохновение. Может, оно есть где-то еще? Верно! Полечу туда. Ой, привет, мисс Оля. Вондер, а компас показывал, что тут мое вдохновение. Не встречал его, но могу показать свое. Ого, давай. Мое вдохновение – это облака. Смотрю на них, и сразу хочется что-нибудь изобрести. Вондер, магия техники! Очень несольно. Сейчас тоже попробую. Нет, не то. Нотки-палки, облака тоже не мое вдохновение. А может, поискать еще? Попробую. С днем рождения, Пауи! Это волшебный цветок ветродуй. Спасибо, Рути! Буду тренировать с его помощью легкие. А это механическая шляпа с вентилятором. Только она немного тяжелая. Отличный подарок, Вондер! Я буду в ней приседать. Освежает! Не терпится показать это мисс Оле. Где же она? Ох уж этот компас! Я тут все облетала, а вдохновения не нашла. Ой, как там весело! Какие они милые! Как я их люблю! Точно! Сейчас их и нарисую! Мисс Оля, магия творчества! Спасибо, мисс Оля! Какой красивый у тебя получился подарок! Я знал, что ты найдешь свое вдохновение. Что же это было? Мое вдохновение – это друзья! Мисс Оля, а ты никого не забыла? Ой, ты дедушка Робус, конечно!